Эдуард Успенский. Жирафы. Однажды гуляли жирафы по улице. Важно. Гуляли жирафы с большой корзиной и обходили все магазины. Когда магазин помещался в подвале, жирафы стояли и громко вздыхали. А если он был на втором этаже, жирафы вздыхали, но меньше уже. В окна смотрели они свысока и дальше шагали, как два маяка. И долго ходили походкой важной в нашем поселке малоэтажном. Ходили, и так для себя ничего не купили. Вот почему еще есть города, где встретить жирафов нельзя никогда.